Всем трям, это снова Лэйзи Дмитрий, и, собственно говоря, помните, я писал про баг пещеры? Вот еще один нашелся. Точнее, не то, что нашелся, я на него уже натыкался, но вот сейчас в спокойной обстановке. Вот кто мне может объяснить, это вообще что такое? Так, ну это понятно, это мы разбираем. Вот смотрите, какая-то непонятная дырка в земле, вот она. И при этом с невидимыми границами. А, нет, вот здесь нормально. А, нет, вот, пожалуйста, вот опять. Что это? Что это за место? Здесь вообще огонь горит в воздухе. Это что за... То есть, смотрите, вот, показываю. Вот, бам-бам-бам-бам. Бам, вот я здесь пройти не могу. А, нет, здесь могу. Обратно не могу. Сейчас, смотрите, вот назад пойду. А, нет, пролез. Странно. Вот. Вот перелез. Я через что-то перепрыгнул. Понимаете? Может залезть? Вот. Вы видели, я в воздухе сейчас висел. Что это за... Это, простите, что это за аномальный круг? Кто-нибудь в курсе вообще, что это за место? Если что, оно находится сейчас... Да, вот мы тут немножко поисследовали. Вот. Вот это место. Это получается, что у нас... 6... 6... Ну, JK. Вот, вот, да. Ну, скорее, J. J6. Вот. Что это за аномальный круг? Что это такое? Вот. Бамс. Бамс. Это явно какое-то, как будто что-то должно стоять. Вот прошел, кстати, вот прошел здесь опять. Ну-ка, а здесь уже не могу. Ты, вот, смотрите, вот, нашел место прохода. А здесь не могу, здесь что-то мешает. Блин, да уж. Ну ладно, этот баг хотя бы просто забавный. Хотя, тут так-то вражеский лагерь, и в случае боя, например, можно так забаговаться здесь, и все, и что, и запинают. Так что, вот, пожалуйста, еще один неприятный момент данной игры. Надеюсь, все-таки последний. Как-то так.